Что? Клоун здесь в окне! Привет, Чарли! Похоже, ты научился перемещаться между мирами. Что, он сюда идет? Да ладно. Всем привет, ребятки! Вы на канале Cool Games. Ну, клоун, говори. Не бойся, мы просто поиграем. Да, ребят, мы сегодня поиграем в игру под названием Dead Park 2, то есть Парк Смерти, вторая часть. Ручки трясутся от страха. Да, ручки трясутся от страха. Меня клоун этот немножечко уже нервирует. Ужаснейший клоун. Ну, говори. Я найду тебя в твоих снах и съем. Спасибо, спасибо, я польщен. Короче, ребят, вы могли этого клоуна уже видеть, я... Уже надул штанишки от страха. Я уже играл однажды в первую часть, и вот только сейчас вышла вторая. Мне написали разработчики и предложили поиграть в эту игру. И сегодня мы с вами посмотрим, что нас здесь ждет. И уже понятно, что нас там ждет вот этот вот ужаснейший клоун. Расскажи своим друзьям обо мне. Мне нужно больше еды. Вот, друзья, я вам рассказываю, что есть игра Парк Смерти 2. Что? Ссылочку на нее я оставлю в описании. Но давайте уже начинать. Итак, сложность. Я думаю выбрать норма. Легко можно было для начала попробовать, но давайте с нормы, а сложно я вообще туда не лезу, пока что. Норма, качество, ультра, а сложность головоломок я поставил на легко. Ну, потому что я не люблю особо головоломки. Тем более, когда за тобой будет гоняться клоун, я думаю, будет там точно не до головоломок. Все, ребят, жму play. Так, у нас пролог, вступление. Я просыпаюсь. В своей комнате. У меня елочка нарядная какая. И я уже слышу плач. Проверьте сестру в ее комнате. Ага, там плачет моя сестра. Давайте пока осмотримся, что у меня за комната такая. Ой, она там вообще кричит. Неужели там клоун? Я думаю, так сразу вряд ли клоун будет. Опа, шуфлядочку можно открыть. Смотрите, зима на улице, все тут замерзло окошко. А, здесь что написано? Не знаю, возможно, разработчики. Елочка, очень красиво, подарков нет. Вот так вот, да? Ну ладно, надеюсь, они еще появятся. Эй, сестра, пожалуйста, не кричи, я надеюсь, что с тобой все хорошо. Смотри, назад будущее, всякие плакатики висят. О, что ты так орешь-то? Сейчас приду я. Я думаешь, не боюсь? Шкаф не открывается. Гитара, мяч. Ну что, ребята, нам нужно проверить сестру, нам нужно ей помочь. Чего она плачет-то вообще? Так, а вот это комната сестры. Тут видно сразу, что единорожек там. Так, а здесь что? Никого нету? Обои оборваны, оторваны. Давай сюда сразу пойдем. Нет, ладно, все, я боюсь туда идти. Давай лучше сразу сестру проверим. Дверь не поддается, видимо, она заперта изнутри. Осмотрите комнату родителей. Кто запер сестру изнутри? Подожди, не плачь, я спасу тебя, сестричка. Давай сюда. Где у нас комната родителей? Вот это комната родителей. Окей, окей, окей. Записка. Записка. Чарли, присмотри за Лили. Меня срочно вызвали в госпиталь. Не волнуйся, все будет хорошо. Целую, мама. А, ну просто сестра проснулась и плачет. Все, понял. Я за старшего, окей. Здесь ничего? Чего за полиция? А что, полиция не сюда же, да? Все хорошо? Все хорошо. Комната родителей. Я всегда хотел здесь полазить. Опа, а это я с сестрой, скорее всего, да? Я думаю, 89-й год. Кстати, да, это давно, давно было. Угу, часики. Часики почему-то разное время показывают. У меня часы другое показывали в комнате, ладно. Открыта шкатулка. Ну, это мама тут что-то наряжалась, да? Опа, что это такое? Сохранить текущий про... О, ну давай. Успешно сохранено. Прикольно, можно сохраняться там, где печатная машинка, что ли? А здесь что-то можно? Сейф. Пароль. Опа. А, это я нажал. Все, понял. Я не знаю пароль. Выходим отсюда. Так, шкаф. В шкафу клоуна нет. Все, хорошо, давай сюда зайдем. Заперто. А, возможно. Ну, я осмотрелся, записку я посмотрел.
Может, теперь дверь откроется все-таки? Дверь не поддается. Видимо, она заперта изнутри. То есть мне нужно чем-то ее открыть. Нужно найти ключ, по идее. А, ребят, смотрите, я что думаю? Здесь же дата стоит, и наверняка код от сейфа будет вот эта дата, вот этой фотки. 12-11-89. Давайте попробуем ввести. Так, я тут шестерок наводил каких-то. 12-11-89. Есть! Да! Ты можешь купить оружие, патроны, аптечки и другие полезные вещи в нашем магазине. Так. Ага, можно новые скины купить. Понял, понял, понял. Угу. Так, хорошо, оружие. Патроны разные и аптечки. Все ясно. Опа, что, пистолет? О, а вот это я. Подожди, подожди, шарик. Залетел сюда шарик. Получается, клоун там. Это наша третья игра. Расскажите нам о ваших впечатлениях. А я позже расскажу. Я нашел, ребята, пистолет и влетел шарик. Дотроньтесь до красного шарика, чтобы перейти. Короче, куда-то там перейти. Куда я перешел? Твоя мать больше не вернется. Что? С помощью красных шариков вы можете перемещаться между реальным миром и миром сна. Взять с собой оружие из одного мира в другой нельзя. Ага, оружие мое осталось там, значит... Твоя мать больше не вернется. Ха-ха-ха. Спасибо, клоун. Я в мире сна, ребята. Оружия нет при мне. Смотри, куда идет лестница. Чего? Что это? Ладно, мне нужно срочно проверить сестру. Что? Клоун здесь в окне! Привет, Чарли. Похоже, ты научился перемещаться между мирами. В любом случае, тебе это не поможет. Твоя сестра больше никогда не проснется. Я похитил ее разум. Скоро уничтожу ее навсегда и смогу выбраться в ваш мир. Да и тело ее без лекарства долго не протянет. Так что даже не пытайся мне помешать, щенок. Скоро увидимся. Что это было только что? Ребята, клоун похитил мою сестру, и у меня очень мало времени, чтобы ее спасти. Ты убил моего брата, а я убью твою сестру. Это видно из первой части что-то там, но я просто в нее особо не играл, только один раз. А потом убью тебя! Что? Ребята, реально, это самый страшный клоун, которого я видел. Смотри, что рисовала сестра. Она видела во сне этого клоуна? Какие-то монстры. Возможно, эти монстры будут там тоже появляться. Смотри, какие монстры. Просто жесть. 5 августа. Недавно ходили... Недавно, смотрите, с ошибкой написано. Видно, ну, сестра еще, наверное, плохо пишет. Недавно ходили с мамой и Чарли в парк аттракционов. Видели страшного клоуна. Да, она, видите, с ошибкой пишет. Это был ужас. С тех пор он снится мне каждую ночь. Чарли, он тоже снится. Жесть, ребята. Этот клоун существует. И он им снится, реальной сестре и мне, получается. Так, давай здесь осмотримся. Может, что-то полезное найду. Так. Ну, не знаю, ничего не видно. Мне написано задание. Опа, шкаф. Войти еще раз только через другую дверь. Я открыл защелку. Все. Найдите способ спуститься на первый этаж. Хорошо. А получается, что у нас? Сейф почему-то замаскирован или вообще закрыт? В мире сна нельзя сейф открывать, трогать. Хорошо, вниз тоже я не могу? Значит, что нам нужно коснуться шарика. Пошли. А записка та же хоть? Та же. Трогаю шарик. Ух. Ну что, теперь здесь открыто. А, теперь будет открыто. Смотрите, я в мире сна открыл эту дверь, и она теперь в настоящий мир открыта. Но сестра, получается, здесь.
Но на самом деле он похитил ее разум, и она долго не сможет здесь прожить без лекарства. Так, сестричка, подожди. Не могу разбудить. Лили, держись, я уже иду. Куда я иду? За помощью, понял. Ну, конечно, иду. Дартс. Все, ребят, а вот и монстры в цвете. Посмотрите, какие они. Она их видела во сне и нарисовала. Дартс, может мне выстрелить разочек? Не стреляет, кстати. Я не знаю, как стрелять просто. На какую кнопку? Ладно, идем вниз, ребят. Вторая часть. Дом. Так, найдите способ спуститься на первый этаж. Таш, я выполнил. Покиньте дом, чтобы найти... Короче, Лили. Вот наш дом. Что написано? Чарли, я запер дверь. В городе происходит что-то непонятное. Мне кажется, я видел каких-то жутких тварей. Меня срочно вызвали на военную базу. Оставайтесь с Лили дома. Я вернусь, как только смогу. Папа. То есть папа у меня военный. Мать в госпиталь уехала. Ага. Она врач. Ясно. Я здесь главный с пистолетом. И у нас есть проблемка в виде клоуна и похищенной сестры. Вернее, похищенного разума сестры. Ладно, давайте осмотримся в доме. Может быть здесь что-то полезное будет. Мне бы патроны найти. А может пистолет заряжен? Что-то я хожу так, топаю так. Стрёмненько. Давай сохранимся. Окей. Успешно сохранено. Так. Дверь еще. Пока не пойду туда. Давайте. Это у нас кухня. Покушали тут родители и ушли. Опа, фонарик. Подобрал фонарик. Получается, он у меня в инвентаре где-то. О, подожди. Вот появилась кнопка стрелять у меня. И здесь выбор каких-то... патронов или что? Хорошо, давай попробуем выстрелить. О, прикольно. И можно перезарядиться. Ну-ка. Что такое? Чего не перезаряжается? Ладно. Так, ребят, может патронов больше нет? Что вот это? Посуда, все нормально, хлебушек, чайник, холодильники есть что? Нет. А как мне фонарик свой забрать? У меня где-то должен быть инвентарь. Вот, в инвентаре фонарик, а как его взять? Ладно, наверное. И вот мое оружие. 5 патронов осталось, да, больше нет патрончиков. Хорошо, идем дальше. У нас есть еще 2 двери. Даже не 2, а больше. Подожди, я пришел отсюда? Да, я пришел отсюда. Давай по прямой сейчас глянем. Давай еще раз сохранюсь. На всякий случай. Так. Открываем. Это ванная комната. Здесь ничего такого нету интересного. Мочалки. Что? Можно что-то было брать? Нет? Нет. Здесь все ясно. Здесь все понятно. Идем дальше. И остается вот эта дверь. Это кладовая какая-то. Заперто. Опа, подожди, я. Тише. Шарик прилетел сюда. Этот звук жуткий. Я могу переместиться в другой мир. Но с собой у меня не будет оружия. Ладно, давай, погнали. Мне нужно спасти сестру. Все, я в другом мире. И здесь все по-другому, ребята. Все по-другому. Ване. Здесь уже может появиться клоун и другие монстры. Я думаю, вот дверь открылась. О, я включил фонарь. То есть он автоматически используется, если он у меня есть. Это какой-то прям лабиринт. Чего? Это подвал. Это подвал. Патроны. Для пистолета 3 патрончика. Стиралки всякие, сушилки стоят. Ужас, смотрите, свет красный на улице. Здесь тоже, возможно, что-то будет полезное для меня. На этих стеллажах. Очень страшно, ребята, здесь ходить в темноте с фонариком. Тем более, когда ты знаешь, что рядом может где-то появиться клоун. Мерзкий, ужасный.
Опа, что я нашел? Шестигранный ключ. Шестигранный ключ, для чего он мне может пригодиться? И лестница с другой стороны. Куда я пришел? Куда же я пришел? Опа, я могу этим ключом открыть вентиляционную решетку. Но сначала я хочу исследовать остальные вот эти комнаты. Так, я отсюда вышел. О, комната отца. Дверь кабинета. А, нужно найти другой путь. Кабинета отца, это кабинет. Ладно. Давай решеточку сейчас эту откроем. Отлично. Так. Все. Здесь шарик, бильярд. Найти способ попасть в кабинет отца. О, бильярдик. Шар не буду пока трогать. Хотя вас... Аптечка. У меня теперь есть аптечка. Еще патроны. Но в этом... В мире у меня здесь нету пушки. Смотрите, там головоломка. Подобрать нужно, да? Что было написано еще раз? Короче, что-то было написано. Ага. 5. Возможно, это какой-то код будет. Так, подожди, вот это 8, по идее. Вот так. Да. Так. Это не так. Вот. Вот. 3. А здесь вот так. Вот так. И 5. 3, 8. Вот это что-то не совсем отсюда как будто. Короче, 3, 8, 4, 5. Понял. 3, 8, 4, 5. А куда это можно ввести? Только вопрос. Давай попробуем дотронуться до шарика. Так. А, сейф здесь есть. Ничего себе, другой мир. И патроны еще есть. Так, 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 так. Дай-ка я быстро гляну еще. Здесь ничего нету больше. Ладно. Нет времени. Нужно вводить. 3, 8, 4, 5. А здесь, смотрите, в настоящем мире нет ничего. Никакой картины, никакого пазла. 3, 8, 4, 5. Окей. Ключ от кабинета. От входной двери. И еще что-то. Ну что, теперь я смогу открыть. По идее. От входной двери. Подожди. От входной двери. Это на улицу, чтобы выйти? Заперто. Угу. Мне нужно обратно в этот мир другой. Подожди, а ключ со мной останется? По идее, да. Погнали. Давай посмотрю, ключ будет со мной? Да, да. Все. Идем мы, значит, наверх. Попробуем открыть дверь, выбраться на улицу. Подожди, какой наверх? А, мне нужно пройти через подвал. Походу, самое страшное будет на улице, когда я выберусь. Итак, ребят, смотрите, я теперь могу открыть. Мне нужно дотронуться шарика, потому что дверь сейчас закрыта в этом миру, в этом мире. Так. Ха-ха. Че, вот он. Что, он сюда идет? Да ладно. Да ладно. Что, где он? Где он, ребят, он идет. Я слышу шаги. А можно, другой мир, пожалуйста? Другой мир, Спасибо. Покиньте дом. Да, я ключ нашел. Все, я валю отсюда. Да ну его нафиг, этого клоуна. Пух, ребята, я вышел из дома. А теперь, мне кажется, будет все еще намного страшнее. Вокруг туман. Вот мой домик. И мне нужно спасти сестру. Но это мы уже будем делать в следующей серии. Мы продолжим потом, ребят. На этом давайте на сегодня закончим. Напишите в комментариях, хотите ли вы продолжение. И если да, то поставьте лайк. Чем больше будет лайков, тем быстрее выйдет продолжение. Лично мне хочется узнать, чем все это закончится.
Все, ребят, на этом мы заканчиваем. Надеюсь, все у меня получится. Всем удачи, до новых встреч и пока-пока.